Рыбакит, папа рисует. Добрый день, друзья. Вы на канале Рыбакит. Меня зовут Папа. А вы на пятница. Такая у нас есть передача, называется Арт Пятница. Рисуем вместе со мной. Начнем собаку, девочку рисовать. Начнем с розового, конечно же. Конечно же, розовый возьмем. А даже нет, не розовый, а сиреневый возьмем. Сиреневый еще реже бывает. И мы рисуем собачку, девочку. А что она делает? Она бежит. Она длинная, длинная, длинная. И вот у нее есть платьице. Начнем отсюда. Нарисуем вот такой квадратик. И закрасим его сиреневым. Я называю этот цвет сиреневым, он очень красивый, мне он очень нравится. Здесь юбочку рисуем. Так, собачка в юбочке. Некоторые хозяйки или хозяева одевают своих собачек в юбочке. Это прикольно посмотреть. А основное мы нарисовали платьице. А остальное будем рисовать светло-желтым или темно-желтым или темно-коричневым. Нарисуем еще вот такое продолжение попки. Это такое вот тело собачки, оно здесь. А здесь уже перед уже украшен, да. Мы здесь должны рисовать голову собачки. Вот так нарисовали голову. Закрасим, не спеша закрашиваем. И то, и другое. Теперь рисуем лапки. Лапки тоже не спеша рисуем. Одну лапку здесь рисуем. Такие короткие лапки. И еще одну лапку здесь. Здесь теперь сзади. Сзади одну лапку. И вот тут еще одну лапку сзади. И, конечно же, у собаки есть хвостик. Рисуем хвостики. Так, хвостик. С темно-коричневым. Теперь будем рисовать ей темные места. Например, ухо. Ухо. Также можно обвести ее, обводить очень легко. Мне очень нравится рисовать масляной пастелью. Часто я рисую, и вот сейчас с удовольствием как раз я часто рисую другими вещами, другими материалами, но сейчас взял и так с удовольствием рисовать, и так приятно рисовать масляной пастелью, что вот прям хочется рисовать и рисовать. Глазки. Оживим нашу собачку с помощью глазок. Вот так вот нарисуем глазки. Она улыбается, бежит, она немножко застенчивая такая. Хи-хи-хи-хи-хи. Может быть, даже коготочки нарисовать на ней. А также нарисуем, возвращаемся к нашему сиреневому цвету, и нарисуем, какие классные штуки у нее есть. Здесь звездочки нарисуем. Звездочки. Звездочки очень прикольные. А звездочки будут висеть на таких вот штуках. Они, такая вот собака у нас очень украшенная. Украсил ее хозяйка, украсила ее, а мы ей только помогаем. Звездочки нарисовали. Куда она бежит? На пир. Какой-то, может, пир будет или какой-то праздник. Может быть, бал. Вот такая собачка. Все, мы нарисовали. И единственное, я всегда прошу тебя, нарисуй ей немножко антураж. Например, травки, по которой она бежит. Зеленая травка, будет здорово смотреться, зеленый рисунок. Вау! И если у тебя есть уж супер желание добавить собачке и сделать ей праздник, то нарисуй много желтых конфетти. Много желтых конфетти, потому что праздник, и вот такая собачка принцесса у нас готова. Немножко можно еще и голубых конфетти. И зеленых тоже. Больших и маленьких. Больших и маленьких. И вот у нас рисуночек классный получился. Рисуй с нами, Рыбакит Пап рисует, легко найти в Инстаграм и в интернете. Если ты вообще найдешь там в интернете, в Дзен, в Яндекс или в Ютуб, обязательно найдешь меня, порисуй со мной. Делись своими рисунками здесь в Инстаграм, делай сторис. Не рисуйте собаку на снегоходе. Ох, звучит неплохо. Так, ставим на паузу и рисуем, что меня попросили рисовать. Котика кавайного. Человек поучаствовал. Делал сториз, девочка, я очень рад. Сегодня мы рисовали, если я напомню еще, сегодня мы рисовали много-много собак. Рисуйте со мной. Все сторис, все ролики сохранятся на Ютубе. Приходите туда смотреть.